Одной из точек объезда стал городской парк культуры и отдыха. Его площадь составляет около 22,5 гектаров. Это вместе с двумя озерами. А для города-курорта этого мало, отмечает Вениамин Кондратьев. Это больше похоже на сквер. Осматривая место отдыха и досуга горожан, губернатор пообщался и с отдыхающими. Ими оказались школьники из Краснодара, которые приехали в «Горячий ключ». Если примитивно к краснодарским паркам, это парк или сквер? Сквер. Сквер. Вот мы об этом и говорим, что сегодня здесь может быть сквер, а вокруг жилые дома и микрорайон, и город шумит. А парк, у него здесь парк. То есть это совсем другая инфраструктура, это другая зелень, это другое восприятие окружающей среды. Человек должен зайти в парк и побыть наедине где-то с природой, даже если этот парк в городе. А для города, для любого города, даже такой горячий ключ, такой парк необходим. Так ведь, ребята? Да, конечно. Год назад Вениамин Кондратьев уже здесь был. Тогда глава региона отметил, что парк как бы застыл в прошлом. За год построили новую экстрим-площадку и благоустроили территорию. Но основной фронт работ еще впереди. Также во время сегодняшней рабочей поездки губернатор посетил и ряд социальных объектов.